Ария Карутовна похоронила мужа почти 70 лет назад. Его убило осколком, когда он подорвал танк во время Великой Отечественной войны. Вдова героя страны одна воспитывала двоих сыновей. Тяжело ей пришлось военное время. Война как началась. Мы, знаете, бригадой мы работали на винограде. Мы как раз виноград резали, это было во время винограда. Мы даже не знали, что наши отступают. Все вот цары наши ушли, мы там виноград режем. А вслед смотрим, все немцы спускаются, цары, вот оттуда они спустились. Тогда мы скорее убегать, все вот виноградника убежали домой. Неугомонная и бесстрашная, она носила передачи партизанам вплоть до освобождения села от фашистов. Когда немцы отступали, у меня дом взорвали. Дети маленькие двое. Вот и сидим около дома. А военные идут. Полк остановился и подошли ко мне этот командир, солдаты. Вот так обошли, значит, ничего нету. А я с детьми сижу, ничего нету. Вот так одна, дети и все. А командир приказал солдату, иди говорить. Принеси покрывало, дай хоть детей укроить. После войны тоже было непросто выжить. Много работала на виноградниках. Жители совхоза избрали ее депутатом. 10 лет решала проблемы села. Ария Карутовну уважают за ее боевой характер. Самое страшное для матери – похоронить своих детей. Обоих сыновей она пережила. Сейчас о ней заботятся внуки, правнуки и неравнодушные соседи. Правнук Родион хочет быть похожим на прабабушку. Сильная, мужественная, потом добрая. Журнал ей принес там про войну, за 2 дня прочитала. В марте Ария Карутовна отметила 100-летний юбилей. Соседи, а среди них глава Гайкадзорского сельского округа Эрвант Наронян, подарили юбилярше кресло, чтобы она могла чаще бывать на воздухе. Чтобы выходила на улицу, ездила на коляске, чтобы ее водили по улицам. Она такая очень, как сказать, современная бабуля у нас. Интересуется событиями современными, обо всем знает. Ария Карутовна приветлива ко всем. Для каждого у нее найдется доброе слово от всего сердца. Неудивительно, что жители вместе с главой решили подвести к дому бабушки газовое отопление. Но больше всего в зимние вечера ее согревает внимание и забота близких и знакомых. Ария Карутовну искренне любят. За любовь к жизни всегда хорошее настроение и несгибаемый дух. У долгожительницы есть свой секрет. Больше работать. Много надо работать, сидеть не надо. Тогда мы рано ходили на работу. Это потом уже стали 8 часов выходить. А мы чуть свет уже на работу ходим. Даже сейчас она не сидит без дела. Много читает, в том числе и газеты. Интересуется политикой, рассказывает жизненные истории, на память не жалуется. Приезжайте в гости. У Арии Карутовны и для вас найдется много интересных историй.